вот видишь, что они делают? Вижу. Операторы. Что она там протирают все? Ногами по ручне. Молодцы, ребят. Строилась там, да? Где? На интернете. Кстати, 11.01. А мне? Положи. А где мои варики? Положи, положи. Шутка года! Теперь я суперзвезда. Да. Ты мой конкурент. А сцены с перестрелкой будут? Там спорщик. Кабинка с перестрелкой. Война за пассажиров. Ты, наверное, в троллейбус как родилась, села и не вылазила. Да. Что-то... О, красавка-то. Ты, Таня, со мной до скольки будешь ездить? В смысле, ты со мной до скольки? 14.22, пересменка, еще два рейса. Сейчас началась жара, мальчики. Фиг спасешься от нее. К
когда разговоры, может, ближе. Я бы сделаю. Прям туда залезть. Сейчас поела, еще народу не было, поспала. А сейчас не будет. Сейчас точно не будет. Сейчас куда-то определим, что забирает, нужно интервал. А что ты одеваешься? Да пойду, может быть, и в видение когда-нибудь попаду, блядь. Бывает же, когда заходят с камерами там что-то. Я уже целую смену позировала. Клиенты. Пассажиры, кого сразу узнаете? Ну вот я раньше на 12-м маршруте, вот часто работала. Так это сама. Уже как бы уже знаешь, одни и те же. Где сядут, где выйдут. Да. Но... Здороваются. Да. Когда был нормальный пассажиропоток. Но. А сейчас что все газели забирают? Газели забираются? Ну. Вообще работать не дают нифига. А забирают в смысле просто поток? Но... Сейчас представляешь, Таня, что этот самый Путин-то сделал из 1 января. Если женщина здесь рожает, ей гражданство дают. Да. Гражданство дают, короче, и что она, считай, может здесь уже что-то купить, что-то приобрести. Я говорю, скоро нас выселят отсюда, в Таджикистан поедем жить. Потихонечку. А вы посмотрите, сколько на Уралмаш-то стало. А мы потом, Даня, на рынок как-то поехали? Наверное, через полгода, наверное, где-то. Блин, приезжаем, там на рынке, бьете, не русские ходят, все брюхатые. Все, да? И старые, и малые. Ну да, у них же, им же, они же вообще... Им не сложно. Да, и так-то, они так это делали в этом году. Посмотришь, ну она молоденькая, видишь, что им, наверное, лет 15, и кузенька торчит. Вон ваши конкуренты стоят, да? Да? Вот они сегодня так спокойно, а то раз увидят, и сразу перед носом. Так а правильно, сейчас маршрутки дешевле ездить, чем 12 рублей. Мне вообще какие-то больные были. Тут это самое, поехала я домой, и один меня не русский подвез на газели. Ну и все, ля-ля-ля-ля, давай там подружимся, ля-ля-ля. Ну значит, я в общежитии. Пришли мы в общежитие, не можем попасть в общагу, и полезли через крышу. А мне, чтобы не порвать, штаны-то. Я взяла все с себя, стела и клипчики, и брусак полезла на крышу. Я туда залез, это залезла, а слезть-то не могу, газу. Кузов больно, что, не плавки, незамышленное белье. Я и так задницу выставила задницу так, на выезд, да застряла. А машина едет сигнально. Я смеха это газу еще больше, да не можешь, сюда нету. Я обратно залезла. Хоп, газель какая-то останавливается. И этот не русский-то заходит, тот сам уже раз такой подходит. Чё помочь? Я шпатская. Как увидел меня, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и бежать, блин. Да, серьезно? Но и с тех пор все даже как-то ноль эмоций, никаких эмоций. Закрывай дверь. А ты не видишь, как это говорят, что с своими женами, то есть подол на голову оделся, дело сделал, пошёл. Давай.